Какая я глупая! Но кто так наигранно плачет? Она просто использует прием. Чего? Прием. Охренеть. Аманда, это мой отчим Марк. Ты к нам надолго, Аманда? Мама заедет около полуночи. Это слишком поздно. Я ей позвоню. Пусть заберет тебя пораньше. Она занята. Чем же? У нее химиотерапия. Это Аманда. Я не испытываю эмоций. Никогда. Она ничего не чувствует. Это не значит, что я плохой человек. Просто приходится прикладывать больше усилий, чтобы быть хорошей. Это Лили. Поедешь в школу-пансион. Она чувствует все. А потом крутись как хочешь. Ты его ненавидишь. Презираешь его. Милый, куда ты в таком виде? Я в порядке. Я только... Сколько раз тебе можно одно и то же, как робот, повторять? Я в порядке, я в порядке, я в порядке, я в порядке! Может, проще его убить? Каким образом? Смесь американского психопата и смертельного влечения. Какого хрена он здесь забыл? Я даю вам возможность незабываемого психоделического опыта. Да пошел ты! У нас к тебе деловое предложение. У тебя есть ствол? Да, у меня есть ствол. Знала бы ты, откуда я родом. Из Уэстчестера, Аманда. Ты даже не представляешь. Кто тебя просил его сюда приносить? Хочешь подержать? Обойдусь. Короче. Гениально. Сомневаться нельзя. Есть только одна вещь хуже дилетантства. Ошеломительно. Или бессердечие. Или жестокости. Зверски смешно. И это нерешительность. Ладно. Приступим. Что я теперь папе скажу? Шапку надень. И между прочим, ствол теперь наш. Чистокровный.